Откуда вы? От Рауль? Да. Как дела? Как вообще? Как доехали? Давно вы здесь? Уже 10 дней уже. Какой? 10 дней. 10 дней? Да. Тоже на заказ, да, ищите? Да, на заказ. Какую, какие машины в основном? Toyota. Казак любит Toyota. Папа, Казахстан, Атрау, Ахтубе. Ахуши, I love you. Вот Toyota Sienna, друзья, здесь еще, видите, остались, иногда привозят. И сразу три штуки. 2015 год, вот это, друзья, с тканевым салоном, то есть LE комплектация. Далее идет тоже 2015 год, белого цвета, вот это шикарная, вообще очень красивая. Черная облицовка, решетка радиатора и белый этот кузов, очень красиво идет, смотрится. И здесь тоже еще одна, тоже 2015 года, друзья. Цены на 2015 года, друзья, идут от 18 тысяч долларов. Все вот LE комплектации с велюровыми салонами. Степ-вагон спада, друзья. Цены от 6 тысяч долларов, 6-6500. Toyota Sienna XLE комплектация с молдингами, видите, здесь на боковых дверях. Кожаный салон. 2013 год. Заводской левый руль, 3.5 мотор, пробег 128 600. Toyota Wildfire, друзья. Руль уже перекинут здесь в левую сторону. Люк. Велюровый салон. Это уже считается 20-й кузов, друзья. Цены на них 2008 год здесь. Цены на них, друзья, стартуют от 15 тысяч долларов. Quality Speed Reability Autocom Japan V6 3.5 мотор, между прочим, то есть более топовый мотор, тяговитый на нее. Два люка, друзья, и спереди, и сзади, то есть вот видите, очень хорошая, комфортная машина для дальних поездок, круизов и так далее. Nissan Juke, 2015 год, 94 тысячи миль пробег, 4x4 полный привод. Цены идут от 8 тысяч долларов. Mazda 3, друзья, смотрите, более здесь свежий футуристичный дизайн. 2020 года. Тоже проходные товары ЕАЭС. Смотрите, какие шикарные. И черная есть, и белая есть. SkyActiv G. То есть более обновленная система для экономии топлива и меньшего вреда для экологии. Друзья, всем большой привет из Армении. Добро пожаловать на Раритет ТМ. Сегодня мы продолжаем наши обзоры для вас. Вот к вашему вниманию представляем Honda Stepwagon 2006 года. Двухлитровый мотор, 177 тысяч километров пробег. Данные автомобили стартуют от 6500 долларов. Далее идет здесь еще один такой же черного цвета. 4x4 полный привод, 170 тысяч километров пробег. Тоже двухлитровый мотор, тканевые салоны у обеих автомобилей, лизованная оптика. Далее идет у нас X-Trail,
2006 года, двухлитровый мотор, 145 тысяч километров пробег, с фонарями на крыше, черный кожаный салон. Данные автомобили стартуют от $5500, друзья. Двигаемся дальше. Далее у нас идет Mercedes-Benz C-шка. C242.4 мотор. Здесь аукционный лист, то есть машина пригнана из Японии. Вот покажите. Ага. Данные автомобили, друзья, стартуют от $5000. Итак, друзья, все мы любимые и обожаемые, особенно в Казахстане, так как там большие семьи у всех, многодетные, Toyota Alphardy. Цвет мокрый асфальт и белый цвет. 2004 год, до рестайлинга, друзья. Цены стартуют от $8000. Вот здесь белая, тоже до рестайлинг. На этой, смотрите, друзья, не знаю, на камеру видно или нет, здесь правый руль, тоже 2004 год. Цвет салона серый, алькантаровый салон. Итак, продолжаем, друзья, еще один Alphard, линзованная оптика. 2006 год, 4x4 полный привод, 2.4 мотор. Здесь уже обвес у нее отличается, видите, это уже рестайлинг идет. Сейчас пройдемся по салону, посмотрим ее салон. Серый алькантаровый салон, руль косточка, задние стекла тонированные с ветровиками, шины Bridgestone. Alphard V. Так, здесь также на японских машинах, смотрите, указан экологический класс двигателя, то есть 4 звезды, это самая лучшая оценка, до 75% меньше вредных отбросов в атмосферу, друзья. Итак, друзья, для любителей японцев еще одна шикарнейшая машина, Lexus IS250, 2019 год. Пробег всего-навсего 4100 миль, друзья. Тоже в линзованной оптике. Цены вот на эти свежие года, друзья, на них идут от $17000. Здесь более уже интересный футуристичный дизайн. IS300, трехлитровый мотор. Выхлопная система тоже модернизированная. Видите, насадки из никеля, хром-никеля. Итак, друзья, еще один семейный минивэн Honda Elysion. 2004 год. Трехлитровый объем мотора V6. Правый руль, то есть не перекинутый руль. Тканевый салон велюровый, тоже линзованная оптика. Данные автомобили, друзья, стартуют от $7000, стартуют на 2.4 объема, от 8 тысяч долларов на трехлитровые. Далее здесь еще идет еще одна Honda Stepwagon, 2010 год. Тоже двухлитровый объем. Цены на них аналогичны, я вам уже показал. Далее идет вот эту машину. Покажите, пожалуйста. Nissan Elgrand Highway Star. Комплектация более интересная. Таксис, видите, такие вот автомобили производятся только для внутрияпонских рынков. Здесь, видите, облицовка совсем другая. Обвес тоже другой. 4x4 полный привод, друзья, 2006-2007 год. Данные автомобили стартуют тоже от $6500. Боковые камеры, ветровики, тонированные стекла, кожаный салон.
два люка. Далее идет Nissan Sirena, 2009 год. Тоже двухлитровый мотор с линзованной оптикой, противотуманные фары, правый руль тоже, между прочим. Далее здесь еще одна степ-вагон, тоже правый руль. Здесь белая, 2008 года, правый руль тоже с линзованной оптикой. Далее идет 211 кузов Mercedes, 3.5 мотор. Цены идут от 7 тысяч долларов на вот эти автомобили. Далее у нас идет Hyundai Sonata Sport. Комплектация. Кореец. Цены, друзья, на них смотря какой двигатель. Если GDI моторы, то стартуют от 7 тысяч долларов, друзья, цены. Если DOHC мотор, то чуть дороже. Итак, прошу, дальше идем. Honda Prestige, друзья. Цены на 2.4 объема, друзья, стартуют от 7500 долларов. На 3.5 моторы от 8500 долларов. Далее, друзья, еще один семейный минивэн Mazda MPV. С левым рулем, черный салон. Цены от 6500 долларов. И прошу показать, рядом с ней еще одна интересная машина. Всеми любимая, обожаемая Toyota Estima гибрид. Гибридная версия, друзья, стартует от 8000 долларов. Итак, друзья, посмотрите, красавчик Toyota Mark X. Многие как раз спрашивают очень давно, не попадаются ли Toyota Mark X, атлеты и так далее. Вот к вашему вниманию одна штука есть, еще попадаются иногда, редко, но попадаются. Toyota Mark X. Также бывают Toyota Mark 2, Mark X Zio, Toyota Crown Athlete, Crown Majesta и так далее. Так. Цвет серебристый, металлик. Цены на данные экземпляры, друзья, стартуют от 5500 долларов. Еще один японец, друзья. Nissan Tiana 250XL X-Tronic CVT на вариаторной коробке. Цвет белый жемчуг. 2008 года, друзья. Цены стартуют от 7500 долларов, друзья, на эти годы. Здесь тоже не перекинутый руль из Японии с правым заводским правым рулем. Бесключевой доступ, задние стекла тонированные. LED-фары, противотуманники. Еще один, друзья, минивэн. Даже можно сказать, коммерческое авто. Mitsubishi Delica 95 года. Тоже с правым рулем. Так, здесь вот небольшой такой кенгурятник, тоже противотуманки. Велюровый салон, люк. Вот он, правый руль. Плюс панорамная крыша для задних пассажиров. Один японский седан, тоже эконом-класса. Nissan Tida Latio, то есть версия с багажником, друзья. Цены на них стартуют от 5000 долларов. Еще одна бюджетная машина, вон там внизу, покажи, оператор. Nissan Bluebird, друзья, тоже бюджетная машина. Цена на нее стартует от 4500 долларов. И Honda Odyssey. Цены на Сиенны уже стартуют от 15 тысяч долларов. На Honda Odyssey 2012 года, друзья.
от 10 500 долларов. Mercedes GL-класса GL450 Formatic, друзья. Цены стартуют от 15 000 долларов. Kia Optima GDI мотор от 8 500 долларов. Nissan Fuga 3.5 GT. Цены стартуют от 7 000 долларов. 3.5 объем. Смотрите, буковки в золотистом цвете. То есть здесь фулл комплектация, друзья, более жирная. Более топовый салон. Плюс здесь диски заменены, смотрите. Более дорогие диски поставили, стильные на них. Низкопрофильная резина. Бесключевой доступ, люк. Ветровики, тонированные стекла сзади. Кожаный салон. Коробка Tiptronic автомат. Атаманки для ног, друзья, со стороны водителя. Перфорированные кресла для подогрева и вентиляции. Коробка Tiptronic. Большой монитор, задняя камера. Короче, фулл комплектация. Здесь также имеется боковая камера. Привезено тоже из Японии. Сайт Autocom Japan. Здесь смотрите, передний обвес и облицовка тоже тюнингованная. Смотрите, подвержена рестайлингу. Противотуманки. Линзованная оптика, фары Big Xenon. А далее у нас идет американец, американский жеребец. Ford Fusion 2016 год. Комплектация SE, средняя комплектация, то есть. Здесь у нас есть люк, кожаный салон. Растаможка в 2021 году, то есть является товаром ЕАЭС. И можно ставить на учет в России и в странах ЕАЭС. Вот как раз меня очень многие подписчики спрашивают, чтобы я отмечал, которые машины проходные для постановки на учет. Цены, друзья, на вот эти машины 2016 годов стартуют от 12 тысяч долларов. Друзья, далее у нас идет BMW. Немец, баварец. BMW X3. 2015 год. Видите, какой здесь у него шикарный дизайн. Ноздри какие. X-Drive 2.8i. Легендарный Mercedes-Benz V124 кузов, друзья, миллионник, мотор, 93 год. Цены идут от 3500 долларов, друзья, в нормальном состоянии. Тоже на низкопрофильной резине и на стильных дисках. 3.2 мотор. Ешка. Так, Kia Forte, друзья. От 6500 долларов. 210 кузов Mercedes. Цены идут от 5500 долларов. Nissan Murano тоже от 6500 долларов идут цены на них. Военный вертолет «Аллигатор», друзья, видите? Kia Sorento, друзья, вот этих годов тоже очень доступные цены на них. Цены идут от 6500 долларов. Nissan Pathfinder тоже аналогично, цены идут от 6500 долларов. Вот он стоит. Chevrolet Volt, покажите, первое поколение, друзья. Цены идут от 8500 долларов. Chevrolet Cruze 2016 год. Цены тоже стартуют, друзья, от 9000 долларов. И здесь еще один белый вот такой же. Здесь еще один. Lexus RX 300, друзья, 2004 год, 4x4, полный привод.
цены стартуют от 10500 долларов на них. Кожаный салон, деревянный руль. Далее здесь еще одна Kia, но более свежего года. Цены от 8500 долларов идут на них. 211 Mercedes. В линзованной оптике. Так, кожаный салон, люк, повторители на зеркалах. Салон светлого цвета, кремовый салон, шторки на задних стеклах. Шилдик E500 стоит, друзья, на ней. Но это просто шилдик. Цены стартуют от 7000 долларов. BMW E60, друзья, 3.5 мотор. Цены идут от 6000 долларов на них. . 2007 год, цвет мокрый асфальт, парктроники, омыватели фар, люк. Итак, друзья, далее у нас идет Chevrolet Malibu, 2016 год, цвет темно-вишневая или переспелая вишня, как называют ее в народе, тоже с интересным очень обвесом. 2016 год, друзья. 70 тысяч пробег Chevrolet Malibu. Цены стартуют от 12 тысяч долларов на них. Mitsubishi AirTrek, друзья. Цвет серебристый металлик. Левый руль. Полный привод 4х4. 2002 год. 2.4 мотор. Вот это тоже очень бюджетные машины, друзья. Цены на них стартуют от 5500 долларов. Здесь два люка, противотуманные фары, тканевый салон, Volkswagen CC. Цены на них, друзья, от 7500 долларов. 2010 год. Двухлитровый турбомотор Volkswagen CC. Вот смотрите, какой вид здесь открывается на нижнюю площадку, друзья. Недавно мы на ней были, показывали вам вот эти минивены. У нас еще один минивен, семейный минивен премиум класса. Nissan Quest, 2013 год, друзья. Цвет серебристый металлик. Цены на них идут от 12 тысяч долларов. Восьмиместная, велюровый салон, места в три ряда. Honda Civic, друзья. 20-го года, 24 тысячи миль пробег, тканевый салон. На подпрессе сверху, видите, есть дисктроники, то есть автоматически она соблюдает дистанцию, держит дистанцию от впереди идущих автомобилях, подает сигнал. Видите, серого цвета, комбинированные здесь в шахматном таком рисунке. Коробка автомат, двойной мультируль, люка нету здесь. Задние фары точно такие же, дизайн, как на Accord, на Accord X. Honda Civic, друзья, 20-й год. Mercedes-Benz B180 хэтчбэк. Цены на них стартуют от 6500 долларов. Тоже в линзованной оптике. Здесь уже рестайлинг, Special Edition.
Еще одна здесь Mazda MPV. Цены на них я уже говорил вам. Стартуют от 6500 долларов. Правый руль. Тоже из Японии. 4 ВД. Nissan Цида, друзья. Цены идут от 5500 долларов на них. Хэтчбэк тоже из Японии. Черный цвет, белый цвет. И там еще одна черная. Ford Explorer. Тоже из Японии. Американская машина, но привезена из Японии. Японец. Видите, вот эти зеркала для удобной парковки, друзья. На японских машинах только бывают. Плюс там наклейка Autocom Japan, то есть из Японии. Цена на данную машину от 10 500 долларов, друзья. Противотуманники, кожаный салон, люк, багажник на крыше. Еще один X-Trail 2007 года. Цены на них, друзья, от 7 500 долларов. Еще одна Nissan Fuga 2008 года, 3,5 литров, белого цвета. Тоже шикарнейшая машина. 2008 год. Противотуманники, линзованная оптика. Пробег 133 тысячи километров, мотор 3,5. Цены, как я вам уже говорил, стартуют от 7500 долларов на них. Комбинированный салон с кожей и тканью. Типтроник, автомат, коробка, тонированные стекла сзади, ветровики, бесключевой доступ. Здесь более интересный дизайн фар, видите? Рестайлинг. 350 GT. Lexus ES, друзья. Тоже белый, линзованной оптики, люк, повторители, бегущие повторители спереди, противотуманники, омыватели фар, парктроники, кожаный салон, руль-косточка. Салон, друзья, очень приятный, такого светло-кофейного оттенка. ES350, друзья, цены на них идут от 20-22 тысяч долларов, друзья. Цешка C280 вот этих старых годов, цены идут от 3,5 тысяч долларов на них. Покажи салон. Диски, зимняя резина здесь на них. Салон кожаный, друзья. Светлого оттенка, люк, коробка, автомат. Класс, короче. 11-й Mercedes, 3,2 объем. 2005 год. Цены я вам уже сказал. Вот в хорошем состоянии идут от 7-8 тысяч долларов на них. 20 тысяч, 5-литровый, да? Нет, 2,3. Dodge Challenger. 20-й год, 30 тысяч долларов цена. Сакани мотора. 3,6 объем. 20-й год. Тканевый салон. Цвет, говорит, заводской его кузова. Mazda CX-9. Ինչքան է գինը քշածը 5000 է քշած բորդ 5000 пробег да 33000 33000 цена да плюс такая же есть синего цвета CX иначе CX9 комплектация Grand Touring да
места в три ряда, плюс максимальная жирная комплектация. Кожаный салон и все дела. Есть ключевой доступ. Вот он салон. Вот Lexus красивый очень. 19-й год. 2.5 мотор. Есть 250. Ничкан Асрагина. Пробег из салона, друзья, не с аукциона.